Я всех приветствую, ребят. Сегодня я хочу поговорить про лазерный дальномер Bosch. Сейчас решил ремонт сделать, надо прикупить было рулетку какую-нибудь, думаю. Да, я посмотрю, зашел, мне понравился вот этот. Почему, я сейчас объясню. Это бытовой инструмент, потому что он зеленый. У Bosch голубой делает профессиональный, зеленый бытовой инструмент. Но для дома за глаза его хватает. И здесь еще есть, видите, это функция Bluetooth синхронизации с телефоном здесь есть. Когда буковка C идет, в этих моделях буква C добавляется, да? Вот, PLR 30C. 30 это на 30 метров. Дальность у него обычно в моделях так у них пишется, у бошевских. А C обозначает то, что он может синхронизироваться по Bluetooth с телефоном. И здесь можно загрузить программу, как вот здесь вот по этому штрих-коду можете загрузить. Видите, здесь нарисовано App Store или Google Play. Вот. Я ее уже загрузил. Программа называется вот так, PLR. Здесь написано, видите, PLR, Missouri and Go App. Давайте посмотрим. Я его покупал в Озоне за 5445, по-моему. Идет батарейки уже в комплекте здесь идут. Он идет в чехольчике в таком. Две батарейки типа АА и документация от него, да? Потом посмотрите, почитаю. В принципе, здесь еще все, наверное, предельно просто. Можно просто почитать, если кому интересно. Встаем. Такой он с виду. Приятненький. Маленький очень. Давайте померим. Так. 4 сантиметра на 10. 4 на 10, да, как 4? Да, 4. Ну, 4,5 где-то. Нет, 4,2. 4,2 на 9,5. 4,2 на 9,5, где-то так. Такой малюська, красивенький такой, мне он понравился сразу. Причем здесь, видите, здесь вот это прорезиненные края у него, вот эти вот части черные, они прорезиненные. А остальное все пластик. И здесь вот сделан такой бортик резиновый, чтобы экран не царапался и кнопки не затирались. И вот эти бортики, они чуть выше. Здесь есть для веревочки, можно сюда подвязать веревочку. В комплекте она не идет, странно. Это вот когда переворачиваете, чтобы он, видите, он, во-первых, не скользит так, потому что это резиновая, она как ножки, он держится, да. Вообще прикольно, не знаю, мне понравился. Так, давайте попробуем, ставим батареечки. Сейчас расскажу, какие здесь есть функции и что такое синхронизация с телефоном, для чего она нужна. Таким образом вставляется, включаем. Вот он так включился, все заработал, да. Теперь что здесь есть, да? Можем в самом дальномере, здесь кнопка Bluetooth, кнопка мерить, да. Это плюс-минус, то есть, соответственно, вычитать или отнимать результаты. Эта кнопочка, видите, здесь нарисована, то есть, замер производится снизу, либо с верхней точки, да, меняется. Вот мы меняем, теперь можно мерить отсюда. Пойдет измерение, если нажмем еще раз, будет снизу измерение, да. Вот, а это меняется у нас, смотрите, что здесь три режима, то есть, можно мерить просто длину, один раз, да, поставили, нажали, второй раз, оп, померил, вот он измерил нам высоту, да. Вот, что еще, может, сбросим, второй раз нажимаем, появляется, ой, вот это, да, второй раз нажимаем, появляется квадратик, то есть мы можем мерить, допустим, так и так, да, площадь, то есть я вам потом это покажу в программе, лучше будет виднее, и, соответственно, объем куб. Кубический можно померить, да? А вот это пунктирное обозначает следующее, я сначала думал, что это такое, это он меряет постоянно, то есть, когда включены пунктирный режим, вы включаете один, второй раз нажимаете, и он начинает постоянно мерить до лазера, то есть, вот видите, сейчас я меняю точку, и меняется результат, то есть, он постоянно меряет, не фиксированно, а вот постоянно, то есть, это удобно, там, если вы быстро какие-то результаты хотите узнать, там, раз, чтобы подолгу не ждать, а роб поставили, он сразу намеряет. Так, сбрасываем. Вот, смотрите, что за приложение. Я его закачал сразу. Оно выглядит вот таким образом. Значочек такой. Сейчас покажу вам. Вот такой зелененький значочек. Вот зелененький Bosch.
Сюда заходите, открывается. Заходите сначала в настройки, включаете Bluetooth, соответственно, да? Здесь Bluetooth, и здесь кнопочку на самом приборе нажимаете, кнопку Bluetooth. Извиняюсь, выходите, вам нужно зайти в приложение. В приложение заходите, и здесь он, видите, находит этот прибор. Нажимаете на него, все, сейчас он подключается, моментально подключается прибор, видите, подключился, все. Проект. Нам нужно его сделать, то есть нажимаем на него, заходим в фотографию и новый план. Когда видите новый план, то есть нажимаете создать новое фото, делаете фотографию. Вот у нас, допустим, комната, да, получилась вот такая. Нажимаем «Исполнить». И что здесь можно делать в этой программе? То есть вы нажимаете полосочку. Когда вы нажали полосочку, сейчас будет... А, еще здесь внизу вот краски, да, можно выбирать, какого цвета эта полоска будет, да. Ну, давайте сделаем сейчас, нам виднее будет желтый цвет там или голубой. Сделаем желтый. То есть сейчас будет желтая полосочка, я ее ставлю таким образом. То есть отмеряю, да, отсюда до сюда. Причем, когда вы нажимаете пальцем, обратите внимание, появляется, видите, здесь дублируется, чтобы вам точно было видно, откуда вы ведете. И до конца, да. Вот. Вы потом можете, если чуть-чуть ошиблись, можете ее подправить вот так вот. То есть поставили две стрелочки, теперь вам нужно их измерить, да? Сначала давайте одну. Вот вы поставили здесь. То есть вам нужно теперь этот прибор померить вот в этом расстоянии. Вы, допустим, тогда он сейчас сделает, наверное, да? Вот, да. Видите, выделили 1910, допустим, померили здесь. Потом выделяете стрелку здесь, наклоняете, меряете. Второй результат, он сразу его здесь показывает, видите? Вот. Теперь что можно еще? Допустим, вам нужно померить, сколько расстояние плитка здесь, да? Если можете убрать эти, таким образом вот нажимаете, убирается. Здесь тоже, соответственно, скидываем. Сброс, сброс. Здесь ставим уже на квадратик, чтобы он сразу нам считал площадь, да? И здесь не полосочку, а отмечаем вот этот квадратик. То есть он теперь нам нарисует сейчас квадрат. Мы его вот так вот выделяем на рисунке, да? Выделяем. И, соответственно, меряем. Когда он у нас выделен желтым, да, значит, сейчас он нам будет промерять. Одно расстояние сейчас смерит. Напишет его, да? Вот одно расстояние. И второе. И вот он померил нам, видите, сразу показал площадь этого расстояния. Вот, видите, внутри. Таким образом. Короче, можно это удалить теперь. Выделяем, удаляем. Вот таким образом это делать. То есть, грубо говоря, и сверху здесь еще можно заходить, то есть отправлять на email сразу кому-то, да, сделали план, допустим, и сразу скидываете здесь, видите, все подписано, все так цивильно, здорово. А, кстати, давайте посмотрим, может быть, можно, наверное, на программы на всякие. А, ну, соответственно, да, Telegram, WhatsApp, куда хочешь, можно скидывать. Получается у нас так, да. Ну, то есть, вот такая штука, вроде... Мелочь, а приятно. И запомните, вот с буковкой С, которая идет. Там есть С50, но он побольше, на 50 метров меряет. Вот. Есть такие синенькие, тоже профессиональные. Но здесь, в принципе, погрешность написана 2 мм плюс-минус. Погрешность, и меряет он до 30 метров. В принципе, в бытовых условиях это больше, чем надо. В квартире вообще за глаза, то есть даже на даче можно в некоторых местах до 30 метров померить. То есть вот такая вот игрушка прикольная. Выключается он таким образом, нажимаете, выключился, все. То есть приехали, если вам просто померить без всяких там, без программ, можете просто им пользоваться, да, включили его, раз, поставили, раз, два, вот вам результат показан. Все, если нужно...